Павлодаре построили рекордное количество жилой площади. Там планируют до конца года сдать в эксплуатацию 200 тысяч квадратных метров жилья. И это не высшая планка, к которой стремятся городские власти. Скоро в областном центре начнут застройку нового микрорайона «Досток». Микрорайон Сарыарка застроили почти на 80%. Новые высотки возвели на месте ветхих двухэтажных домов. Построенное жилье уже заселились более 2500 павлодарских семей. Новоселье здесь отмечают чуть ли не каждый месяц. Я наконец-то получила свои квадраты, да? Я очень рада. Я рада тому, что я в конце концов могу сюда пригласить столько гостей. Я могу позвать своих друзей. Я могу здесь действительно жить со своими детьми и внуками. Заветные квадратные метры получили учителя, медики, социальные работники и госслужащие, полицейские и пожарные. Словом, люди самых разных профессий и категорий обретают новые квартиры. Алия Ислямова работает верстальщиком в районной газете. Несколько лет копила деньги на первоначальный взнос. Мы долго ждали это жилье, это был проблемный объект, но наконец-то мы получили, и мы очень счастливы. Дом действительно строили долго, попались недобросовестные подрядчики. Властям пришлось принимать срочные меры, чтобы завершить строительство. В данный момент построен в соответствии со строительными нормами, качественно, все блага коммуникации подключены. Дом работает в полном объеме. Это 22-я по счету многоэтажка в строящемся микрорайоне Сарыарка. На следующий год здесь хотят возвести еще 10 домов. Проектно-сметная документация уже готова. Финансирование заложено. Есть планы построить дополнительно еще 5 жилых объектов. С учетом их и будущего микрорайона «Досток», проект которого скоро начнут реализовывать в Павлодаре, намерены побить нынешний рекорд по строительству жилья в 200 тысяч квадратных метров. В следующем году мы хотим увеличить этот результат еще до 250 тысяч квадратных метров. Для этого есть все возможности. Изготовлена уже у нас проектно-сметная документация. Выделено финансирование с республиканского бюджета, с местного бюджета. Всего 5 лет назад люди здесь жили в обветшавших двухэтажках. Сегодня, как видите, микрорайон Сарыарка или бывший алюминстрой – крупный жилой массив. Примерно здесь проживает свыше 10 тысяч павлодарцев. Около 1500 из них – дети. А значит, скоро им уже нужна будет школа. Вот ее и начнут строить в будущем году. На этом месте планируют возвести учебное заведение на 650 мест. Кроме этого, за счет частных инвестиций новый микрорайон обретет детский сад и другую социальную инфраструктуру. Ербул Абишев, Самат Аспанов, Алексей Омельницкий из Павлодара, Хабар 24.